Всем привет! Меня зовут Сидоровский Михаил, я капитан брига «Триумф». Вот уже 2 года мы занимаемся вместе с экипажем и волонтерами восстановлением парусника. За последний год мы выполнили самую важную часть работ для корабля. Мы подняли его на берег, отремонтировали подводную часть обшивки, отремонтировали винторулевое устройство. После этого спустили корабль на воду и наконец-то начали уже подготовку к походам. Сейчас мы приступаем к менее важным, но очень объемным работам. Отделка внутренних помещений, монтаж всех инженерных систем, отопление, электрики, вентиляция. И хотя все эти работы мелкие, но в итоге они складываются в довольно большую объемную сумму денег, которую мы собираем сами своими силами. Все работы выполняем точно так же сами, чтобы сэкономить на этом. Наша основная задача сейчас – это подготовить к лету парусник уже к выходу в море. Мы слишком долго уже простояли у берега, и поэтому, конечно, хочется подальше, конечно, хочется в открытое море, в открытый океан. Чем быстрее мы сможем выполнить все эти работы, тем быстрее сможем наконец-то отправиться в моря, взяв с собой всех желающих. Параллельно со всеми работами мы сейчас проводим курс по морскому делу для всех желающих совершенно бесплатно. Наверняка в детстве у многих из вас была мечта о море, о парусах, о соленом ветре. Мы готовы воплотить эту мечту в жизнь. До встречи в море!